Всем привет, народ! Вы на канале Миобабки. Сегодня хочу поговорить с вами еще об одном классном проекте на монете Tron. Сразу хочу предупредить всех о рисках в инвестициях. Риски всегда присутствуют. Я никогда никого ни к чему не принуждаю. Просто рассказываю, куда лично инвестирую, где зарабатываю, а входить в проект или нет, решение принимаете вы сами. Говорю я сегодня о проекте на монете Tron, о блокчейне. Да. Проект называется Tron Bank. Предлагает он нам зарабатывать от 3,6% ежедневно до 6,6% ежедневно. Проект работает на двух языках. Это китайский либо же японский, точно не скажу, и английский. Для людей, которые не понимают английского языка, советую использовать переводчик в самом браузере. И мы видим, что все прекрасно переводится. Давайте опустимся ниже и посмотрим тарифные планы. Первый тарифный план нам предлагает 3,6%. Минимальная сумма инвестиций 10 трона. Она здесь у всех одна. То есть на любой тарифный план можно зайти по минималке. Это очень хорошо. После чего вы спокойненько берете вот 3,6% у вас. Заходите на 10 трона. Нажимаете инвестировать. После чего у нас открывается кошелек. Мы проплачиваем эти 10 трона, то есть платим 10 монет для того, чтобы у вас появилась реферальная ссылка. Это очень важно. Все, сделал я депозит на первый тарифный план на бессрочной основе. В принципе, меня этот тарифный план устраивает. Если кому-то нравятся другие тарифные планы, не обессудьте. Просто мне нравится то, что здесь бессрочно. Как мы видим, проинвестировано в проект 3 754 347 монет. Это очень тоже неплохо. Второй тарифный план у нас составляется на 4,6% сроком на 45 дней. То есть в течение 45 дней вам будут выплачиваться средства. Общий доход составит 207%. То есть вы свой вклад удвоите. Ну, чуть больше. Да? Тоже минимальная сумма 10 тронов. Третий тарифный план золотой, да, 5,6% мы будем зарабатывать, ну, в протяжении 25 дней. Общий доход у нас 140% выходит. В тронах это вы тоже можете инвестировать минималку, можете максималку, можете на каждый тарифный план по 10 проинвестировать. К примеру, проработали вот эти два, у вас уже 160, сюда еще. То есть вы уже окупились, грубо говоря, и потом уже зарабатываете на бессрочке. Но это решение каждого. То есть каждый решает, как ему заходить. И третий, самый краткосрочный тарифный план на 18 дней. Заработок 6,6% ежедневно. Общий доход у нас составляет 118,8%. Также минималка 10%. Здесь, что мы здесь видим? Реферальная система. То есть у нас здесь трех уровня. Первый уровень мы зарабатываем 5%, второй уровень мы зарабатываем 2%, третий уровень мы зарабатываем 0,5% от инвестиций ваших партнеров. Также мы видим, что я сделал депозит, да, на 10 трона на первый тарифный план. Имеются контакты, то есть можно связаться с администрацией. Если у вас они возникают какие-то вопросы, вы задаете их либо же в Дискорде, либо же в Телеграме. Также есть часто задаваемые вопросы, тоже можно почитать. Если здесь не находите ответ, то легко можете писать в Telegram и задавать там уже свои вопросы. Давайте перезагрузим страничку, и у меня должна появиться реферальная ссылка. Так, все загружается опять же. Давайте опустимся ниже. И здесь мы видим, кстати, вот прошло пару минут, и уже мои депозиты начали работать. И вот 0.0007 TRX мне уже капнул. То есть постепенно я буду с отсюда, понемножку, там, через, например, 100 дней зашел, вспомнил, что такой проект у меня был, например, где-то там запрятал его, зашел, у меня тут там 100 монет. И я такой, вау, я бомба. Ну, это в принципе такое реально, потому что блокчейн это реальное дело для того, чтобы зарабатывать. Реферальная ссылка находится вот у вас здесь. Вы ее копируете, начинаете распространять и зарабатываете еще партнерские начисления.
Очень все классно. Проект хороший. Блокчейн, Tron. Никаких, да, там, минусов в этом я не вижу. Ссылочку на проект я оставляю внизу в описании. Кому нравится, ставим лайки, подписываемся на канал, инвестируем, если вам понравился проект. Не забываем о рисках. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.